Договор о продаже банка «Цитаделы» не видел и не читал, но готов его подписать, признался нашим коллегам из программы «Панорама», утвержденный накануне в должности члена правления агентства приватизации «Гирц Фрейбергс». Он понимает, что является лишь техническим работником для подписания договора о купле-продаже банка. Фрейбергс заявил, что прочитать договор, составленный прежним руководством агентства приватизации, у него не было времени. Однако он выразил уверенность, договор выгодный как для страны, так и для налогоплательщиков, несмотря на широкую критику, которой подвергся со стороны СМИ и ряда экспертов весь процесс продажи шестого крупнейшего банка страны. Напомню, продажа «Цитаделы» заработала недобрую славу. Апогея история с приватизацией кредитного учреждения достигла на прошлой неделе за сутки до подписания соглашения о продаже банка с американским инвестором. Ушло в отставку руководство агентства приватизации. Таким образом, они сняли с себя ответственность за продажу банка. В тот же день был найден новый член правления, спустя еще три дня второй. Как скоро будет подписан скандальный договор о продаже «Цитаделы», мы узнаем сегодня примерно в 8:20 у нас в студии премьер Лаймдота Страуюма.